Здравствуйте! Это наше второе видео об успехах лечения нашего сына Максима, уважаемого Давида, в клинике Бир Давид. Мне бы хотелось сказать, что за 3 сеанса с Давидом у нас очень большие улучшения. Но если вы позволите, я в следующем видео обязательно обо всем подробно расскажу. А сейчас мне просто хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что вчера Давид нам так помог. У меня был крик души, я не знала, как мне правильно себя вести с Максимкой. Написала ему, Давиду, смс, и он сразу же перезвонил. Вы добрый волшебник, спасибо вам. Когда вчера у нас случился переезд из квартиры в дом, который давно планировался, мы в этот дом ездили не единожды, и Максимке нравится здесь гулять во дворе, но он не хотел заходить в дом. А вчера покинули квартиру, взяли все свои вещи и приехали сюда. И вечером, когда нагулявшись во дворе, мы решили его уже как-то укладывать спать дома, в новом доме, это оказалось практически невозможным. В общем, очень сильно он плакал, не хотел, он хотел оттуда уйти, садился в машину, ну, всячески так, как говорить не может, показывал, что он хочет домой. Я объясняла и по-взрослому, и сюсюкалась, и заставляла. Уже, ну, просто у меня иссякли все силы. И, в общем, мы вдвоем, сидя, рыдая, не знали, что делать. И я написала Давиду вопрос, как мне себя вести, как поступить, помогите. Я даже не знаю, что сделать. Давид сразу же перезвонил. И после 20-минутного общения с Максимкой, так серьезно, как с мужчиной, Максим успокоился, я успокоилась. Мне, конечно, потом после этого нервного стресса еще очень плохо было ночью. Но на следующий день мы проснулись уже с улыбкой. Он исследовал весь дом сегодня. Для меня это даже если бы не было скандала, он, в принципе, в новых местах, ну, там, одну-две комнаты, и дальше он не ходит. Ему либо страшно, либо неинтересно. А здесь он обошел весь дом, второй этаж, первый этаж, вышел на балкон, вышел на улицу, опять зашел. Сейчас мой ребенок бегает, как будто бы мы здесь живем уже месяц, и мне просто не верится, что вчера я готова была рвать на себе волосы и ругала себя за то, что мы совершили такой поступок, взяли и уехали, и ребенку устроили стресс. Но сейчас ему хорошо, он улыбается, скачет, бегает. Спасибо вам огромное за это чудо, Давид. Спасибо.